Всем привет, с вами группа Nomads. И сегодня мы будем снимать реакцию на наш второй клип. Мы еще, не смотрели, вот, сейчас будем оценивать, вот. Мы очень долго ждали этого момента, вы не представляете. Мы специально, даже когда монтировалось это все, мы не смотрели кадры, чтобы сделать эту реакцию, поэтому наши эмоции будут живыми, и вы это сможете увидеть и прочувствовать через камеру. Ну что, go? Let's go. Сейчас подождите, раз. По громкости посмотрю. Так, по громкости. Средний порядок. Вот давайте, я думаю... 50, да. 50. Давайте все вместе почитаем. Раз, 5, раз, два, три. Оу. Вау. Мне можно чуть громче. Ага. Вот это качество. Ого! Классно. Вот это синхрон. О, гангстер. О. Смотри, я иду. Да. Блин. Вау. Алле. Что за локация? Джинсовки отлично смотрятся, да? Да. Они так сочетаются с локацией. Блин, пацаны, это просто вау. Ай-яй-яй. Вот это синхрон у нас, конечно. Мне нравится галстук Чины, знаете. Галстук Рейна. Смотрите, флексим. Ты очки скинул, да? Да. Ой, как он залетел. Блин, это просто вау. Этого света же не было, когда мы смотрели. Да. Кадр вообще прям топ. Кадр топ. Воу. Вот это переходы. Здесь мы похожи на вампиров, такой, да? Да. Такой вампирский вайб. Вампирский вайб, да. Еще мне нравятся очень переходы как. Вы видели свет, как луна был в отражении? Красивые. Вау. Вот это, конечно, ты увел руку круто. А вот это вот гангстеры. Вот это хотел вас встретить. Блин. О, наш флекс. Флекс. Блин. Она задает настроение, да, этот флекс? Динамика есть. Что за парни в пиджаках? Вот это расходка была. Вот это флекс, ай-яй-яй! Этот парень хорош! Ой-ой-ой, вот это что такое? Вот это был кадр, конечно. Это конец? Да, это... Опа. Тихо. Ты кто такой? Вот, что, в конце это была пасхалка к нашему следующему клипу, поэтому ждите. Да. Да. Мы строим сами пасхалки, если что, да. Да, а если вы хотите додумать про наши пасхалки или тому подобное, то пишите в комментарии и обязательно подпишитесь на наш канал. Какие эмоции у вас? Давайте начнем с Рейна. Это вообще, знаете, вот... По сравнению с первым клипом. С первым клипом это лучше. Это намного лучше. Это прям просто бомба. Вот кадры и вот все красивые пацаны. Вот все красивые. Вот. Спасибо. Вообще прям вау. Да, мне можно говорить. Я не знаю, у меня нет слов. Я очень рад именно... самим светом, вот цвет именно, картинка, и все настолько позитивнее, знаете, чем если сравнивать с рассветом. И вот этот вайб, который мы передаем, он немного... Не, он кардинально отличается.
Я надеюсь, вы со мной согласны. Но вот я ждал, мы не смотрели друг друга, вот когда мы отбирали кадры друг друга, у вас реально прям как в аниме, знаете? Ты про мост? Да. Да. Это вот, это как в бензопиле, можно сказать. Да. Они, у них просто белый верх, да. И очень хорошо обыграли. В общем, я вообще жирный плюс ставлю. А, с тобой мы вообще как гэнгста. Да, прикольно, прикольно, да. Real rap. И особенно понравилось, как Рейн залетел вот в начале. Да, лишь с тобой. Да, мне тоже понравилось. Вообще. Это просто гавбол. Да, я думаю, у нас с вами удалось справиться с концепцией, то, что мы запланировали, стиль 90-х, да? Классно же? Да. Вот. Сам клип лучше, чем первый. Мы же клипы сами снимаем, и этот клип гораздо лучше, то есть мы идем наверх, сами учимся, и все лучше и лучше. Вот я это заметил, это очень классно. Очень много образов, локации очень мы интересные. Мы же как бешеные переодевались. Да-да-да, очень много образов, локаций, в принципе, и контраст очень большой такой, классный, вот. Мы молодцы, эти парни молодцы, да. Okay. Если честно, это безумно. Я сейчас посмотрел клип. Я очень-очень хотел посмотреть именно кадры ребят по рэп-части, потому что я их вообще не видел, даже когда это снималось. Я даже представить не мог, насколько это круто. Они только рассказывали и такие, типа, вот, вы будете, ну, удивлены приятно. И мы тоже с Жаном не показывали вот эту локацию с мостом. Да, и держали все в секрете от них, да. И у меня просто нет слов. Это так круто. Еще мне понравилось, как где переход, где ты идешь, и Амир выходит с фотобудки. Это да, это прикольно. Это прикольно. Кстати, идея родилась на месте. Вот просто на месте. Да, мне что-то в голову это пришло. Это очень классный кадр. Самое нереальное из этого всего — это то, что ты смотришь и вспоминаешь, как это все снималось и какие эмоции ты там еще испытывал. Мы очень долго к этому готовились, очень много труда, сил в это все вложили. Особенно Жан, он забегался за этим всем. Мы образы прям на месте, да, везде искали, думали, все довели до ума. Весь сценарий придумал Жан полностью. Давайте поаплодируем. Спасибо. Жан, это очень круто. Большое тебе спасибо. Вот. Вы сами видите, он придумал это за сколько ты это придумал? Я помню, что это было примерно за промежуток 30 минут, либо часа. Он такой просто заходит в комнату и такой выходит и говорит, я придумал. Понимаете? Вот. Блин. Это бы не получилось, если бы каждый из нас не вложил сюда в собственный труд. И думаю, у нас получилось намного лучше, чем я задумывал. Да. И если вы все того же мнения, то пишите в комментариях. Мы всегда стараемся для наших фанатов, для Мэнни, и они видят, как мы растем. Этот клип ассоциировался больше с позитивом. Первый клип тоже хороший. Даже супер, для дебюта вполне годно было. Но дело в том, что каждый клип особенно хорош, но все они по вайбу разные. Здесь абсолютно другой вайб, здесь абсолютно другая подача, и сама песня «Танцуй», она такая вся на позитиве, и чтобы вы, когда ее слушали, улыбались и танцевали вместе с нами, прям как в клипе. Ну, можно и не как в клипе, знаете, можно и вот так танцевать. Вот так, вот так. Танцамка, я рядом, танцуй со мной. Да. Чилл. И вот. Заводная чертовка. Да, нам очень интересно послушать мнение наших зрителей, да, наших фанов, да, наших мэни, поэтому давайте подписывайтесь на наш канал. Снимайте тоже реакции, кстати. Снимайте, да, реакции. Снимайте челленджи, мы это ждем. И обязательно,
Обязательно мы с вами увидимся когда-нибудь со всеми вживую, потому что мы идем к этому, чтобы встретиться с каждым из наших фанатов в любой точке мира. И спасибо, что вы нас поддерживаете. Что еще сказать? Танцуйте. Танцуйте, да. Танцуйте. Клип вышел прекрасный. Что здесь еще в клипе? Джинсовочки классненькие, да. Спортивки. Это отсылка была, ну, к слову, пацана. Да. Да. Классный сериал. Почему бы и нет? Поэтому я думаю, все будет хорошо. Это наша реакция на наш второй клип. Дальше больше. Спасибо вам за поддержку. Мы вас всех очень сильно любим. И... обнимаем. До новых встреч. До новых встреч. С вами была группа. Давайте еще раз. Давайте. Еще есть что сказать? Ну что такое? Вообще... Мы нет, вас любим. Вообще есть. Давай. Мне вот прям очень охота поделиться, как... ты помнишь те три дня, которые, когда все ты собирал, соответственно, с человеком, который отвечал за продакшн, да. С Владимиром. И с Владимиром Горькиным. Когда весь день мы работали, потом, и вот я помню, что ты сидел именно до конца, до 6 утра, и знаешь, и вот чисто вот из-за вот это чувство, когда ты не можешь просто пойти завалиться спать, потому что ты знаешь, что там ты сидишь, нервничаешь, вот тут вот так, вот тут вот так, короче. Вот, и так 2-3 дня подряд, а потом, соответственно, вот ожидания, которые мы вот это все провели, и, конечно же, да, насчет благодарности мы хотим передать всей команде огромный респект. Всей нашей команде большой респект. Владимир Горкин, ассистент Богдан, световик Иван, хейр-стилист Юля, фотограф Эйва, Александр. Всем вам большое спасибо и респект. То, да. Что мы сейчас увидели, мы сделали совместным трудом, и без помощи и вложения сил каждого мы бы этого не добились. Это нереально, нереально. Ребят, пишите в комментариях, как вы увидели этот клип и какой смысл вы поняли в нем, какой смысл вы нашли в нем свой. Mm. Вот, потому что у нас в этом клипе свой смысл, а вы пишите, какой смысл поняли вы. Да, а еще хочу сказать, вот здесь появится такая штучка, видели? Это значит, что многие смотрят наши видео на Ютубе без подписки, а вы должны, пожалуйста, подписаться и поддержать. Просто нажмите кнопочку «Подписаться», и мы будем снимать чаще, больше, сильнее и круче для вас. Не, ну соотношение в процентах кардинально, да, вот бешеное, да. Прям там... Вот прям сейчас, да, пожалуйста. Вот сейчас. Вот нажмите стоп, подпишитесь. Мы подождем. Поставьте лайк. Да. Ждем. Сделайте эту красную кнопку серой уже. Ну. Все? Подписались? Да, отлично. Эту улыбку. Это хороший знак. Ты молодец. За камбэк Новац. За нас. За всех. Пау-пау-пау. Всем пока. С вами была группа Nomads. Бэйн.